Она уперлась в скалу с одной стороны, а со второй там четырехэтажный дом навалила. Вот да, последний. Она развернула, и как только пошло, и она... И пошла. Да. И мы там только трюхнули. Ну, мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы, значит, не прорвало вода эту дамбу и не пошла в город. Но чувствую, скоро силы стягнут, и вода подойдет к критической отметке 95, и тогда уже тут никакие силы не помогут.